Привет! Сейчас я поведаю об изменениях и работоспособности сервера UWoW и их второго сервера Epic WoW. За этот месяц было достаточно много классовых изменений, в основном классовые изменения затронули шаманов и монахов, но все же в большинстве шаманов. Но тем не менее, помимо этих двух классов, многие классы также получили свои изменения. У шаманов были изменены и доделаны артефактные способности, а у других классов были в основном изменения обычных способностей. Еще из особых изменений это начало разработки квестов и самого Дренора. За этот месяц было добавлено достаточно много квестов дополнения. Пока они добавляют цепочки в Гронгорье, в общей сумме было добавлено новых 22 квеста. Для сравнения, в прошлые месяцы основные квесты были цепочки в Долоране и на Расколотых островах. Но все же в общем плане работоспособность Дренора крайне низкая, возможно когда-то будут работать Дренор и основные рейды. Но уже в самом регионе повысилась работоспособность цепочек квестов и исправлены некоторые баги, но об этом чуть позже. С недавних пор, когда вы прокачиваете репутацию с фракциями региона, то у вас появляется бесконечная шкала репутации, и дойдя до конца которой вы можете получить маунты или другие вещи. Но теперь эта система реализована на сервере. Насчет ошибок и исправлений было исправлено несколько проблем, вызывающие краш системы, доработаны квесты и так далее. Но все равно в общем плане все выглядит довольно плохо. Теперь рейды и подземелья. Особых изменений тут нет. И самое интересное, это реализация следующего босса Цитадели Ночи, заклинательница клинков Алуриэль. Цитадель Ночи реализуется уже около 2 месяцев и так и не реализована до конца. Из работоспособности подземелий за этот месяц было исправлено 3 подземелья до нормального состояния. Это Огненные Недра, Анкераж и Логово Крыла Тьмы. Конечно бы я предпочел, чтобы это были подземелья Легиона, но тем не менее уже хорошо, что разработчики не забывают про старые дополнения. Больше изменений работоспособности за этот месяц не было, скорее всего в следующие месяцы будет дорабатываться уже Легион. Ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр, удачи!